Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, седьмой день, сундук забираем. Ускоритель приземления. Так, колесный ускоритель, тяжеловоз. Так, ох, нифига себе. О, вот это, а что это за машина такая? Это выскочка так выглядит. Шикарно. Ну что, у нас еще тут сундучок. Так, кубки. Открываем. Команда. Спокойной ночи. Так, ребят, ну сегодня я уже забрал здесь приз. Наша команда выиграла. Всем прив. Всем прив в 22.55, пишет Рейчик. Ну что, давай попробуем сегодня добраться до 43 тысяч кубков. Мне бы лично очень бы хотелось. Давай возьмем вот так вот. Опа, мы можем выхлоп прокачать, чтобы усилить разгон. Ну что, получается еще два разика, ребята, и мы прокачаем выхлоп по полной программе. Ну что, рискнем? Куда ты лезешь? Не видишь, что ли, папа за рулем, опять же. Не надо. Вот она проблема. Вот это, ребят, просто беда. Сейчас такая же будет фигня. Ну, благо здесь все отлично. Успели мы все-таки. А водный путь? Это что значит водный путь? Ой. Офигеть. Тихо. Ох. Трешовенько, но все-таки мы умудрились проехать. Опять же, ребят, на одном практически дыхании. Я так был сконцентрирован, что даже не мог комментировать свою гонку. Понимаешь? Ну куда ты, ролиечка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот здесь мне пришлось, ребята, снижать скорость. Только лишь потому, что я боялся разбиться. Но тем не менее, все равно. А, хотел сказать, я первый. Тут еще, оказывается, гонка у нас. Четвертая. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится здесь. Лишь бы, блин, не перевернуться. А с остальным я уж как-нибудь справлюсь. Вот эта вот беда меня просто раздражает. Давай, чеши, что есть мощи. Все, ребят, проехали. Прекрасно. Слушай, какое-то сегодня было обновление, я так и не понял. Что, ребята, там за обновление? Что они обновили? Что они добавили? Блин, по ухабам это... Это не для моей машины, если честно, по ухабам-то тут гонять. Хотя, как ни странно, она очень себя хорошо провела. Проявила. Ну и провела тоже. Она, короче, знаешь, в чем прикол у нее? Она просто перепрыгивает все эти трамплины, которые другая любая машина просто не сможет этого сделать. И будет каждый вот этот трамплинчик через себя пропускать. Особенно это любит раллийное авто. Так, у меня уже все. Крышу сорвало. То есть без защиты я еду. Она, в принципе, здесь и не понадобилась. Замечательно. Ну что, опять же первое место. Специальное предложение. С днем Иваны Купала. Бесплатно. Ух ты. Ты мотоциклистка, ускоритель фляг, ускоритель приземления. Вот оно, значит, какое было у нас типа обновление. Так, разблокировать слот для деталей. В плане разблокировать суперкар, у меня же. А давай-ка мы
О-о-о. Вот такой у нас будет чувачок. Ладно, давай попробуем здесь тоже проехаться. Я что взял? Я... Какой мотоцикл? Да, друзья. Глупее я ничего, конечно, сделать не мог. Это трэш. Ну, все, надеюсь, поняли, да, в чем мой косяк. Вместо того, чтобы взять эту машину, я просто немножко перелистнул, и у меня выпал мотоцикл. Вот и все. Так, кто это такой? Бойернис какой-то. Что за бой? Не надо встать на колеса. Все, ребят, это труба. Это труба, да погибает уже, ё-моё. Почему я так и думал, что мы где-нибудь с тобой встрянем? Причем в каком-то нелепом месте, а? Теперь нам нужно занимать только топовые места, если мы хотим оправдать. Вставай! Пипец. Просто пипец, ребята. Я сейчас, знаешь, куда улечу? Знаешь, куда я сейчас улечу? Я улечу на наш финиш. Вот мы с тобой откуда начинали играть сегодня. Сейчас я там окажусь. Прикинь? Да уйди ты в пень, а? Достал уже. Но, ребят, это ничего ровным счетом не решает. Третье место, я откатываюсь. Только чуть-чуть поменьше. Ладно, хватит дурачиться. Это, наверное, потому что я поменял водилу. Такие у нас невезушки начались. Да, а, там камни. Почему? Все пролетели, а Рэй, как всегда. Парень, отвали отсюда, а. Твое место вон там, он. Даже не знаю, как его назвать. Опа. Давай, 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 форсируй. Да что ты... Друзья, это что такое, а? Я скатился на самое начало, блин. Блин, да ну нафиг. Я такого вообще не помню, чтобы так вот... Чтобы у меня вот так вот все получалось. Именно с переворотами, чтобы я даже не мог встать опять на колеса. Вот в чем проблема-то. Понимаешь? Трындец, начали вроде бы так замечательно все, и на тебе, скатился. Думал, сейчас по-быренькому заберем с тобой кубки. Ага, забрали. По-быренькому. Вот что значит наспи... Ой, поспешишь, людей насмешишь. Не зря же придумали такую поговорочку, ребят, да? Сзади кто-то едет, но он не успевает. Они не успевают, и я все-таки здесь опередил. Так, старт-то может быть идеальный, я ничего не говорю, но... Лети тогда уж. Опа. Найс. Все, друзья, первое место нам обеспечено. Трындец. Что-то у нас
Ну, уже, наверное, пока. Ну, пока, конечно, пока. Вам уже спать надо. Мне тоже, в принципе... О, новые колеса. Мне тоже как бы надо спать. Уже время 11 часов, а мне завтра, ребят, с утра на работу. Я чуть и подумал, что мы с тобой сейчас быстренько набьем кубки. И я пойду со спокойной душой спать. Потому что времени мало у нас остается. Скоро сезон закончится, и... Вот это была, наверное, моя большущая ошибка сейчас. Ладно, фиг с ним. Почему этот чувак... Почему этот чувак меня еще и обгоняет, а? Ребят. Опа, здесь я его, конечно, сделал. Перехитрил. Так, здесь особо сильно не выпендриваемся. Окей. Другого варианта не было. Или был? Ну, все равно я уже на финишной прямой. Здесь одна трасса. Отлично. Причем они все разбились, прикинь. Они все там поубивались. Песок в купальнике. Я опять же буду ехать на этой тачке. Давай, залетай сюда. Причем не я такой, да? Один умный. Здесь, смотрю, чувачок на форсажике шпарит. А вот здесь он сможет? Здесь я, конечно, дал, ребята, слабины. Я просто не смог заехать на горку. Точнее, я думал, что я смогу долететь и перелететь ее. Но видишь, я прям чуть-чуть, мне буквально не хватило. Да как он форсирует-то, ё-моё, я не понимаю, ребят. Этот форсаж можно активировать, что ли, в любой момент или как? Я когда беру форсаж, он у меня постоянно летит с ним. С этим форсажем. То есть я не могу, он у меня на постоянку включенный. Понимаешь, к чему я? Ну и что это получается? Какой там уже по... На третьем, да, на втором месте? Так, давай-ка мы здесь приземлимся. Лети, 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 лети. Вот так вот, я думал, мы с тобой сделаем. А там у нас, оказывается, недолет был. Фью, ну тут вообще замечательно. 6 очков, значит, я на первом месте. Так, забытое шоссе. Ну, на забытом шоссе, наверное, можно будет вот на этой покататься. На суперкаре. Нормально. Только тут, пожалуйста, не переворачивайся, блин. А то ведь может чудануть. Давай сюда вниз, ага. Так, а что тут, получается, тоже одна гонка, что ли, получается, или что? Слушай, похоже, здесь тоже, друзья, одна гонка. Да. Нормально. Кубок «Скалистая дорога». «Скалистая дорога», значит, да? Слушай, а если я, например, возьму... На скалистой-то дороге, на супердизеле, как тебе? Вот и я пока не знаю как. Вниз. Пипец. Пипец. Вот тебе и скалистая дорога. Неужели опять придется, блин, на буране ночью?
Да, буста, конечно, взяли, но... Буран не отстает. Крылья нужны, да, здесь? Такое ощущение, что здесь нужны были крылья. А что у меня стоит вообще вот на этой машине? У меня, наверное, колеса стоят, да? Да ну. Тихо, не разбейся, главное. Кое-как-то... Ну да, за счет своей прыгучести мы здесь как бы и выиграли, если честно. То, что мы вот прыгаем нормально. Окей, и 30 самоцветов я забираю. Окей. Так, ребят, ну что? Горный кубок. Горный кубок, ну горный кубок... Давай, наверное, на раллийном авто попробуем проехать этот горный кубок. Обделался, да, как всегда. То есть смотри, ребят, как я вам раньше говорил, что крылья — это не всегда хорошо. Видишь? Они без крыльев меня обогнали. Ну, опять же, еще неизвестно, какой у них там ускоритель стоял. Как бы об этом тоже не стоит забывать. Это там вообще какие-то нереальные эти рывки делает. Ты заметил? Давай, рычаг есть. Он просто нереальные рывки делает на своем этом ускорителе. Дай-ка я поеду, наверное, вниз. Ну вот как вот, ёк-макарёк, я не понимаю. Второе место у меня. Пещера ледяного огня, один этап. Тут понятное дело. Тут должны нас поднять на воздухе. А поднимут ли? Вот это вот бесяво, ребят. Ну что вот это вот такое? Ну как это назвать, а? Я не знаю. Еду я четвертым. Пока. Все равно четвертым. Так, сошел до второго. Да, ребят, вторым приехал. Раньше я почему-то залетал нормально туда наверх. Да что такое происходит-то? Так, вот здесь вот я убираю эти крылья, они нафиг нам здесь не нужны. В воде. В воде они нам нафиг не нужны, ребята. Нет. Так вот сделаем. Поехали. Давай, родной.
Есть. Так, ну первую гонку взяли мы с тобой. Первая гоночка за нами. Так, давай попробуем вторую также аккуратненько, четенько проехать. Да дотянись ты, ёк-макарёк. Ага. Я. Yeah. И вторая гонка тоже за нами, ребят. Ну, а третья уже как бы, ну, решает там что-то. Но и в любом случае, даже если я не возьму здесь первое место, все равно мы будем уже первыми. Так, это подводная лодка здесь. Едь нормально, не дурачься. Ага. Что ты вытворяешь, Рэй? Ну ё-моё. Это тут как тут уже подхалим. Смотри. Хоба. Ну, слабоват, щегол. Слабоват. Слушай, нам еще тут дофига кубок, колпака и ступицы. Блин. Попробуем. Попробовали. Хотя, подожди, вдруг все нормально будет. Слушай, ну я удивлен. Получилось. Первую гонку, по крайней мере, мы выиграли. Хотя я отставал очень сильно. Ух, ё! Я сам, ребята, был в шоке, если честно, так что... Не удивляйтесь от того, что сейчас получилось. Так, куда мы там? Есть контакт. Так, заезжай, заезжай, залетай, залетай, залетай на эту... Пока поднимется, пока там раскочегарится. Все, здесь тоже победили. Ну что, погнали, попробуем. Здесь я не буду особо... А надо было. Пипец. Все, друзья, сфейлился, блин. Называется, дал немножечко слабины, и вот тебе результат. Четвертая позиция. Да. Лесной кубок. Слушай, а лесной кубок я, наверное, тоже поеду. Бревные валуны. Фига ты, посмотри. Бревные валуны, да мне плевать. Просто все это пролетели на одном дыхании. Давай, давай, рычик. Пока все идет у нас хорошо. Опять это тут форсит. Уйди, нечестивец. От тебя плохо пахнет, да? Yeah. Так, вторая гонка у нас, значит. Ну, а на третьей у нас, как всегда, ребят, проблемы, да, будут? На третьей гонке меня обычно обгоняет или еще что-нибудь в этом роде. Да давай ты эту ролейку-то ушатого, ё-моё. Все, красавчик. Рэй красавчик, Рэй красавчик. Сколько нам еще, наверное, гонок? 5-6. Темные дороги. Я, наверное, поеду опять же на ней. Монетки. Опа.
Ну, мотоциклист, ребята, само собой, меня тут, наверное... Чуть-чуть мне не хватило. Я не понимаю, как, ребята, работает форсаж. Когда я играю, он у меня сразу активируется. А у них такое ощущение, что когда они захотят. Оу. Удивлен. И никто из них не развился, да? Вы специально так, что ли, делаете? Так, мотоциклист, иди в задницу. Неожиданно. А что с ним случилось? Он там разбился, что ли? Где он там навернулся-то? Так, я поеду вниз. Я вниз поеду, говорю. Ёк-макарю. Вот тут уже не выкрутится, ребята. Но, тем не менее, первое место. Кубок лесов. Еще раз на ней. Слушай, ну мне нравится, она гоняет быстро. Она гоняет быстро, но косяки за ней тоже, конечно, нечто. Чего? Пацан, ты серьезно? На мотороллере? Прикинь, он меня бы мог обогнать. У него все были шансы на это. Благо, мы включили с тобой инстинкт папы. У нас все вещи срабатывает. Они тут, они вдвоем тут на мотороллере. Прикинь, кирогасят. Слушай, я боюсь представить, что будет, если мы с тобой вообще прокачаем по фулке вот этот вот суперкар. Он, наверное, вообще будет тут носиться, как я не знаю кто. Большой воздушный кубок. Опять же на ней, ребята. Опять же на ней. Пока она делает нам рекорды, мы будем гонять на ней. Есть. Машина бревно называется там. Было. Идеальный старт. Блин, идеальный старт. Ну куда ты вот, ролика, лезешь-то? Иди кури бамбук. Лезет она здесь еще. Пупок еще не вырос. Тягаться с папочкой. Открытый воздух. Что, бывает еще закрыт воздух? Ну в этой игре, наверное, бывает. Да как ты? Первый. Фу. Все-таки я его там обогнал. Фабричный кубок. Ребята, тоже поедем на суперкаре. Главное, не шпиндякнуться тут где-нибудь. Давай, рычик. Есть. Первая гонка за нами. Так, давай вторую. Также по красоте должны сделать. Баги, отсюда вали. Ну-н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 у. Вот это вот бесявая. Вот это бесявая фигня. Так, магниты. Есть. Ну что, подтверждаем наше мастерство. Блин, мотоцикл, ребят. С какой болотины он вылез, а? Е! Так, ну что, давай посмотрим. Раз... Раз, два.
Ну, где-то 2 или 3 гонки нам нужно будет еще сделать. Так, переключаемся на раллийное авто. Кто-то там уже размазался, я так понимаю, это мотоцикл. Тягач, правильно, тягач едет за нами. Первое место тут мы взяли. Друг, друг, не через Г, а через К написал. Друг Артема. Так, мотоцикл. Вот туда тебе и место. В самое днище, так сказать. Вот и все. Ребят, вторая гонка тоже за нами. Причем друг Артема. Запомни, друг Артема пишется через Г. Друг. Так, здесь я, наверное, вот так сделаю. Оп. Выскочка там застрял. И это хорошо для меня. И это для меня хорошо, что он там застрял. Давай, 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 вытягивай, есть. Все, друзья, здесь тоже все ш... Блин, тут четвертая гонка, оказывается. Ну, я, как, насколько я помню, четвертая гонка идет чисто спуски вниз, да? Или не так? По-моему, чисто спуски вниз. Вот зачем надо было косипорить, а, ребят? Третий. Фиг с ним. Окей. Так, дальше у нас кубок Хилл Климп. Кубок Хилл Климп мы будем проходить вот на этой тачке. На суперкаре. Блин, подъемов очень много. Так, домики. Есть. Тут у нас все замечательно. Давай дальше. Давай, 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 давай. Там вот старик Хаттабыч меня достал, который там рвется все вперед. Прикольно. Блин, если бы на эту тачку еще магнит поставить. Ну что, ребят, наверное, последняя гонка, скорее всего. Столичный кубок. Ваш любимый столичный кубок. И мой нелюбимый, потому что здесь очень много подъемов. Да-да-да-да-да, подъем этот для меня, это прям жесть какая-то. Йоху! Первый. Здесь я был первый. Тут, по-моему, в этой гонке одни русские, ребят. Там флаги. Вы видели флаги? Там чисто русиш. Русиш-партизаниш. Кто там пшикает еще? Я не понял. Пшик-пшик. Опа. Опа. Изи-катка называется. Точнее, хитро-катка, я бы так назвал бы. Давай, 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 родной. Смотри, этот чучело не отстает от меня. А, он с крыльями еще, оказывается. Но если бы у меня здесь были бы крылья... Ох, ребята, я бы здесь летал бы, как пташечка бы. Эй, так летаю неплохо. Берем? Нет, не берем. Горные мосты. Нет, ребят, вы уж извините, но горные мосты мы будем брать вот на этой тачке. Конечно же, супердизель. Не погорячился ли я? Горные мосты-то. Ух. Давай, 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 давай. Есть. Молодец, красавчик.
Не подкачал папочку. Вот тут я уже не знаю, что получится, ребят. Лаванда горная. Лаванда. Как только Рэй начинает какую-нибудь фигню петь, импровизировать, меня как в наказание. На тебе, получи лаванды и шмандранда. Ты серьезно? Ты серьезно? Твою дивизию, ребята, вот это попадут. Такого еще я не встречал. Как-то можно, я не знаю, там. Причем, смотри, даже если ты не двигаешь, не нажимаешь кнопку вперед, у тебя все равно, ребята, газ тратится. Так что, горючее. Так что то, что ты в прыжке отпускаешь газ или еще что-нибудь, это все бред полный. Вот так вот. Блин, это получается, я откатываюсь назад, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотел как лучше. А получилось как всегда, ребят. Рэй, ну хватит дурковать, ну ё-моё, ну... Не убейся, не разбейся только. Есть. Тут главное взять две первые гонки. Ну, две любые гонки взять на первом месте, ребят. Тогда все будет топчик. Куда ж ты так высоко-то подпрыгиваешь? Я так и боюсь, что он разобьется нафиг об эти потолки. Сейчас кто-нибудь вылетит, да? Слушай, никто не вылетел почему-то. Никто не вылетел, значит, мы с тобой лидируем. По очкам вообще лидируем. Трындец. Я еще не попал на трамплин. Может быть, он нам нафиг не нужен, этот трамплин. Мы вроде бы и так неплохо, да, себя чувствуем. Смотри. Без всяких там трамплинов. Весенний город. Весенний город, день чудесный. Шпарь, 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 говорю. Ну что это такое? Ну что ты там начинаешь захлебываться-то, ёк-макарёк? Я, кстати, посмотрел, тут... Ага, я думал, тут одна гонка. Нифига, тут четыре гонки нужно сделать. Четыре гонки, ребят. Это сейчас, по-моему, под воду надо будет, да, заныривать? Это этот уровень? Нет, это не этот. Там просто есть такой уровень, где надо будет нырять под воду. Тихо ты. Кривляешься мне там. Смачно. А что у него в руке за этот? Венок там какой взяли. Это веник для бани, что ли? Не пойму. Опа, я что-то не видел, что здесь. Ну, точнее, я как бы видел, что он есть, но я не думал, что он тут меня будет обгонять, мотоциклист. Обалдеть, я думал, сейчас перевернемся, но уже не стал, друзья мои, снижать газ, думаю. Ну, перевернемся, так хотя бы, может быть, кульбит сделаем и встанем на колеса, а мы даже не перевернулись.
Хотя вероятность такая была. Так, это вот здесь, по-моему, да, будем сейчас под воду заныривать. Опа! Чувака, на самом, друзья мои, финише. Ой, лопух. На самом финише обогнал. 30 крыльев. Ну что, друзья мои, я думаю, что завтра мы, наверное, возьмем 46 тысяч кубков. Блин, хотелось бы, конечно, эту неделю этот месяц закончить по фулке. Получится или нет, время покажет. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.